Привет, я Антонио Сантено, основатель Real Men Real Style, и сегодня я буду говорить о том, как изменить свой персональный стиль, в основном, как создать условия для изменений. Итак, это очень важно. Обращаю внимание, я концентрируюсь на слове «изменения», потому что изменения трудны. 85% из нас могли бы быть эффективнее на работе. У нас есть босс или наставник, который пытается помочь нам измениться. И 85% из нас терпят неудачу. 95% из нас, кто садится на диету, не смогут ее придерживаться и не смогут снизить свой вес. Процент неудач – 95%. 98% из нас терпят неудачу, когда мы пытаемся написать эту небольшую новогоднюю резолюцию, которую мы пытаемся писать каждый год. 98% неудач. Итак, неудачи типичны. Это то, что случается чаще всего. Так что если вы хотите задаться целью и улучшить свой персональный стиль, хотите выглядеть лучше, нужно понимание. Понимание тех вещей, которые работают против вас. Иначе, скорее всего, у вас не получится. В большинстве случаев. И это видео о том, какие существуют 6 факторов понимания и умения контролировать которые резко повышает шанс того, что вы добьетесь успеха. Эти изменения будут устойчивыми. Так что же за 6 вещей, о которых я собираюсь рассказать? Я буду говорить о персональной мотивации и личных возможностях, социальной мотивации и социальных возможностях, и структурной мотивации и структурных возможностях. Итак, здесь 6 компонентов, и я разберу каждый из них очень быстро. Итак, что такое персональная мотивация? Это не слова о том, что я просто хочу улучшить свой персональный стиль. Это наличие очень специфичной причины, для чего вы хотите выглядеть лучше. Может быть, это для того, чтобы добиться той девушки, на которую вы смотрите 6 месяцев, и не отважитесь пригласить ее на свидание. Вы хотите, чтобы она заметила вас и произвести благоприятное впечатление. Что вы, по крайней мере, хорошо одеты. Возможно, вы женатый мужчина, и вы женаты 5 лет, и вы действительно хотите продолжать нравиться своей жене, и вы хотите подняться на новый уровень. Или, возможно, вы отец семейства. Вы знаете, что представляете свою семью каждый раз, выходя на улицу. И вам надоело выглядеть как парень, тот молодой 20-летний парень, потому что вы больше им не являетесь. Вам уже более 30, и вы хотите показать миру, что вы твердо стоите на ногах. Какой бы ни была ваша мотивация, запишите ее и понимайте, зачем вы хотите одеваться лучше. Очень важно иметь собственную мотивацию, которая индивидуальна для вас. Итак, персональные возможности – это о том, чтобы вы понимали, чего стоит улучшить свой собственный стиль. Огромные возможности здесь на Real Men Real Style, так как мы выкладываем много информации, которая может улучшить ваши способности. У нас есть специальные курсы и просто куча информации на веб-сайте. Вы можете приобрести книги, можете договориться с наставником. В общем, здесь есть много всего, что вы можете использовать, чтобы развить ваши личные способности. И ваши способности – это понимание и навык того, как реализовать эти изменения. Потому что если вы просто пойдете и потратите кучу денег на одежду, не понимая, что такое качественные вещи и что именно вам нужно купить, чтобы собрать хороший гардероб, вы просто просадите кучу денег, покупая вещи, которые вам не подходят. Итак, в личном плане вам нужна мотивация, вам нужны способности. Теперь давайте поговорим о социальной мотивации и социальных способностях. Социальная мотивация – это то, с кем вы общаетесь. Находитесь ли вы в том окружении, в котором у вас нет мотивации улучшить свой внешний вид? Если вы проводите все свое свободное время, спустившись в подвал или работая в гараже, и я не говорю, что есть что-то плохое в том, чтобы заниматься вашей машиной, но если вы никогда не выходите в люди, достаточно сложно быть мотивированным одеваться лучше, так как в этом нет особого смысла. Или если вы общаетесь с друзьями, которые под словами «одеваться ярко» подразумевают надеть поло и шорты вместо поношенной футболки, позвольте мне просто отметить, что в таком окружении будет сложно измениться. Вам надо начать подыскивать возможность участвовать в событиях, которые подтолкнут вас к тому, чтобы одеваться лучше. Возможно, вы захотите выезжать куда-то с семьей. Возможно, вы решите выбираться куда-то поужинать. Не 5 раз в неделю, а 2. Но идти при этом в более интересный ресторан и делать из этого событие. И вам необходимо приодеться получше. Вас, конечно, все равно пустят.
Даже если вы будете в шортах и футболке, но вам будет хотеться выглядеть лучше. Вы хотите выбраться куда-то с семьей, это прекрасный обед, которым вы собираетесь насладиться со своими близкими. Или, может, есть клубы, куда вы хотите сходить, и вы понимаете, что «я хочу выглядеть лучше». Я собираюсь пойти туда, где есть более серьезный бар. Это социальная мотивация. Это формирование своего окружения, становление частью групп. Другой вариант. Вы можете вступить в частный клуб. Таких есть немало, и это очень ловкий ход. Потому что вы приходите туда. То есть вы идете и заводите там друзей. Не забываете старых, но заводите новых. Вы окружаете себя единомышленниками, которые бывают в разных местах, и вы просто расширяете свой кругозор. Хорошо. Говоря о социальных возможностях, кто из вашего окружения мог бы стать вашим наставником? Некоторым ребятам придется нанимать коуча. Другим ребятам им просто надо осмотреться. Может, на работе есть кто-то, кто одевается действительно хорошо. И, возможно, вам надо подойти к нему и спросить: «Эй, где ты закупаешься? Есть кто-нибудь, с кем бы ты мог меня свести? Кто помог тебе достичь такого уровня?» Возможно, говоря о мужской одежде, я имею в виду не только продавцов. Я имею в виду экспертов по мужскому стилю в вашем городе, с которыми вы могли бы пообщаться. И может сказать напрямую: «Я не собираюсь сейчас у вас ничего покупать, но я хотел бы пообщаться и задать пару вопросов». И это о социальных возможностях. Это о том, что вам нужен кто-то, с кем можно поговорить, и у кого научиться, как у коуча. В принципе, есть много возможностей для этого онлайн. У меня есть друзья в Хендрикс-парке: Лиза Брукнер, Грант Харрис, специалисты по имиджу. Это, конечно, более профессиональные сервисы, но если вы настроены серьезно, вам нужны специальные возможности. Вам понадобятся наставники и коучи. Теперь давайте поговорим о структурной мотивации и структурных возможностях. Итак, структурная мотивация – это то, что у нас должно быть вознаграждение или система поощрений за достижение целей. Возможно, это будет то, что вы идете куда-то и покупаете себе реально классную куртку. Или вы можете идти и купить себе что-то попроще. Допустим, хорошую рубашку, но вы не можете ее потрогать. Вы кладете ее, и вам еще нужно ее подогнать, чтобы она лучше на вас сидела, потому что она взята с витрины. Но вы говорите себе, что если вы добьетесь выполнения всех задач, если вы сделаете все, что предусмотрено этой системой, то вы отнесете ее в ателье в течение 2 недель, чтобы ее подогнали под вас. Если вы потерпите неудачу, и, возможно, ваша жена этого не заметит, то вы отнесете эту вещь в магазин и возвращаете ее. Это такая человеческая особенность. Мы сильнее мотивированы, если можем что-то потерять, нежели если можем что-то приобрести. Вот почему я разработал этот небольшой сценарий. Суть в том, что вы не можете вернуть ее в магазин. В смысле, что вы не хотите этого. Но если вы не выполните поставленную задачу, то это своего рода подзатыльник, чтобы собраться и начать одеваться лучше на следующей неделе. Или чтобы уделить внимание этим мелким деталям, начать больше заботиться о своей обуви. И если вы будете делать это 2 недели, то получите это небольшое вознаграждение. И это не должно быть что-то серьезное. Может, рубашка – это даже слишком. Я имею в виду, что это может быть что-то весьма незначительное. Суть в том, чтобы вы хотели бы, чтобы небольшие победы помогали вам, мотивировали, потому что это даст вам почувствовать разницу. Теперь о структурных возможностях. Это о том, как сделать так, чтобы вам было легче хорошо одеваться, чем не делать этого вообще. Одна из таких вещей – это просто подготовка вещей перед сном. Не гладьте ваши вещи по утрам. Не готовьте костюмы с утра. Я имею в виду, просто выкладывайте ваши вещи. Делайте это так, что если вы будете опаздывать на работу, проще будет накинуть эти вещи, нежели рыться в шкафу и надевать то, что смотрится не очень, потому что эти вещи там лежат. Такая простая структура сильно все изменит. Хорошо. Это был Антонио Сантено. Я здесь на Real Man Real Style. Я сделал этот сайт, потому что хотел помочь обычным нормальным парням одеваться лучше. И я надеюсь, вам понравилось. Еще раз, это, возможно, одно из самых важных видео, которые я выкладывал, потому что изменения важны. Это сложно сделать. И если у вас нет системы, то, скорее всего, вы потерпите неудачу. Поэтому понимание 6 принципов, которые влияют на вас. Изучите их и контролируйте их. Обратите внимание, и удачи вам в изменении вашей жизни. До свидания.